Этот высокий пример гражданской мужественности Сына Божьего и Его слуги поможет нам, когда измученный народ Германии так или иначе вернется в лоно Святой Церкви, и пастор Шлак, либо светлый образ его, поможет нашим пастырям в будущем нести свой свет туда, где было царство нацистской тьмы, и куда сейчас обращают свой взор большевистские лидеры.